Ну как самочувствие лучшего марафонца Тверской области? Спасибо! Отлично! Лёшку поддержите! Пятка как? Отлично! Всё хорошо, спасибо! Фоните этого трактора! Какое видно когда-нибудь? Я съел, get one. Репортеры, бляха-муха! Лёх, давай быстрее, холодно стоять, ждать! Ну торжка далеко! Что делать-то? Да просто махай, радуйся. Маленько осталось. Ага. Ты согрелся, нет? Ну начинается. Все, домой. Там на последнем подъеме спуске. Сейчас вас Наташка еще догонит. Там наплужили. Я как уебался, ага. Я там с горки летел, классно. Все-таки наебнулся. Наташ, все, маленько осталось, иди домой. Ты их догонишь, смотри, цель вон там, зелененькая. Они да бегут, не, разговаривают. Нормально. Что они про... Нормально. Ну вон, догоняй их тогда, спокойненько. Я все подсел, тихонько. Ну и надрываться не буду. Так, буду плюхать. Вон, Наташку подгоните, она может на рекорд сегодня пройти. Лучше. Ну а как вы поддавливать себе? Цель у нее есть, там бегут двое спереди, пусть их держатся. О, давай, давай, последние метры, давай, 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 давай! Какой номер? Какой номер? 9. 9. Мы с вами, наверное, бежали это. Какое первый время, круг. Какое время у него? Короче, кто выдает в Николае медали? Красковые, грязные лопары. Я первый бежал, у меня ровно 4:30 получилось. Да. Сейчас средний. Догоняю, догоняю! Их, а? Угу. Самое главное мотивация. Браво! 3:44. По рекорду, что ли? 3:44. Ну, понятно, Алексей, город.
О, черт, какие выиграли. 4-0, 4-45.